скажешь, ваш прогноз какой-то? Я думаю, что с подачей России, с победой сил Юго-Востока, мир постепенно осознает, что сейчас пытаются провести некий ренессанс неонацизма, фашизма, цветных революций, майданов, как средство решения геополитических проблем. И может быть победа на Юго-Востоке, в Новороссии, навсегда отбросит. Вы верите в эту победу? Я верю в эту победу и считаю, что Россия должна обеспечивать всестороннюю помощь, превращать военные ополчения Юго-Востока в некие интербригады, я не знаю, хорошо вооруженные, хорошо экипированные, способные дать отпор всем, кто туда, на территорию этих самопровозглашенных государств, полезет. Понятно.